Привет. Помните, как жена вора и мародера Порошенко воровала деньги у детей-инвалидов? Жену Петра Порошенко уличили в краже денег у детей-инвалидов. Такой выдающийся цинизм, извините за это слово. Так вот, наша дорогая Мариночка решила немножко поиграть в мать Терезу. Вчера. У світі починаються дива. І всі діти, вони чекають дива, свята. Боже, Марина, неужели ви помінялись? Я не вірю в те, що жадне сімейство Порошенків виділило цілих $500 на те, щоб одарити дітей перед Новим Годом всякими різними ігрушками і конфетами. І справа громад вирішила подарувати таке диво дітям. Справа громад, говоришь, да, Марина? Как увидим мы сейчас, семейство Порошенков никому никогда ничего просто так и бесплатно не дает. Заходим на сайт справа громад, и что же мы там видим? А видим мы то, что на этом сайте собираются пожертвования для детей погибших воинов АТО. Вот, пожалуйста, реквизиты, где каждый может зайти и отправить небольшую сумму для детей. Хорошо, я все понял, молодой человек. А потом вот за эти собранные деньги семейство Порошенков просто берет и покупает свою же продукцию Рошен, которую потом пересылает этим самым деткам. А вы думали, что Порошенко хотя бы копейку даст на Новый год, хотя бы даже детям? Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть. Петя, это такой цинизм. На гражданской организации, которая специально создана для того, чтобы безвозмездно помогать людям, собирать какие-то пожертвования, тем более детям, ты все равно умудряешься делать бизнес. Ну и в конце этого ролика я хочу, чтобы вы насладились просто неслыханным интеллектом Марины Порошенко. Як понесе з Дніпра у синє море ворожую кров. Бачите, море. І от тоді я і лани, і гори. Який стыд.